Всем привет, друзья! Сегодня мы находимся, как обычно, на нашем домашнем, так сказать, аукционе Glovis в городе Шихын. И сегодня по многочисленным просьбам хотели вам показать пару автомобилей. Один из них — это Kia Stinger, который вы все так спросили, почему вы не сняли Kia Stinger в музее, ну или в студии Kia, потому что его там не было. Вот у нас хорошая возможность посмотреть Kia Stinger на БУ рынке, на аукционе. Его аукционник здесь у нас. 21200 лот, 3.3 турбо, полноприводный GT, 34 300 000 вон стартовая цена, и, конечно же, у нас он не в идеальном далеко состоянии, имеются замены, подкрасы, а также по задней части, вы видите, у нас там был удар, в общем-то, там и замены были, и работы проводились, и крышка капота и багажника замены у нас, подкрасы на дверях с водительской стороны, в общем, давайте разбираться, это бензиновый у нас пятиместный, 45 000 км пробег, 2020 год. Итак, давайте посмотрим. Значит, замены только по дверям у нас. Ну, давайте проверим полностью. Сегодня сделаем диагностику, так сказать, автомобиля. 164 бьет. 170. Смотрите, как у него горят ходовые огни красиво. В общем, у нас будет такой мини-обзор сегодня, мини-проверка. Значит, мы видим, что на крышке капота у нас тоже присутствует краска. Возможно, что у автомобиля толстый покрас, такое встречается раз в 10 автомобилей примерно, заводской толстый покрас. Сейчас разберемся, нужно пробивать в двойных проемах, чтобы это понять. Итак, мы видим, что головная оптика у нас здесь целая, по бамперу нареканий не имеется, имеются функциональные воздухозаборники, я так понимаю, все верно. Как видите, здесь у нас нижняя часть бампера целая, решетка радиатора тоже целая, значок. Так, переходим на правую сторону автомобиля, пассажирскую. Здесь у нас незначительные потертости по бамперу, все остальное в целом нормально, нареканий не имеется. Идем дальше. Здесь вот у нас мы видим 104 пробивает. Так, значит, предполагаем, скорее всего, что покрас был, ну или крышка капота все-таки крашена. Здесь также у нас имеется активный воздухозаборник у автомобиля. По крылу правому нареканий не имеется, диски все целые тоже. Резина тоже в неплохом состоянии у нас. В принципе, Мишелин. Так, это у нас 19-й, 255/40. Не наблюдаю ни царапин, ни скол. Двери у нас, значит, крашеные с другой стороны, заявлено по аукционнику. Сейчас проверим. Здесь у нас не крашено. Вижу пару моментов. Здесь вот что это? Это смылось. Капли, и машина немножко грязная, за счет этого нужно несколько раз перепроверять. Так, повторители поворотов, все целое, тоже нареканий не имеется. Порог у нас пластмассовый, целый. Так, крыша здесь у нас люк, стойки пробиваем. Так, здесь все целое. Задняя дверь автомобиля не крашена здесь. Капот у нас, значит, был замена и подкрас. Здесь у нас тоже без нареканий. Скол, царапин не имеется, показываю под разными углами, чтобы было видно хорошо. Такая вот на поверхности лакокрасочного покрытия имеется вот такая вот задель, вот небольшая, незначительная царапина. Пробиваем, значит, проемы. Да, у автомобиля. Так, смотрите, кстати, какие вставки у стиммера. Здесь вот она болтается, приклеить надо будет. Так, мы сейчас посмотрим с другой стороны. Здесь по части у нас все нормально, все в норме. Задние огни целые, бампер все целое. По аукционнику мы видели, что, возможно, у автомобиля был удар сзади. Сейчас давайте сначала пробьем полностью лакокрасочное покрытие, потом будем разбираться. Тоже не крашен, все не крашено. Мускулистые такие волны по задней части автомобиля. Здесь у нас заявлены покрасы, кстати, были, но покрасов не обнаружено. По элементам нареканий не имеется, ни царапин, ни скол, ни вмятин не наблюдается. Здесь вот потертость только по порогу, опять-таки порог пластиковый. Повторители все целое. Здесь вот подозрение на подкрас. Да нет, вроде нормально. Здесь уже пробивали, еще раз пробьем. Диски чуть-чуть задеты здесь. Здесь диски нормально. Давайте теперь посмотрим сзади нормально. Посмотрим, что у нас здесь по аукционнику. Дверь на автоприводе, электроприводе, то есть. Смотрим соединение. Да, есть замены у крышки багажника. Вот вы видите,
раскручивались болты, остались следы. Вот видно хорошо сейчас, что крышка багажника раскручивалась. Здесь мы посмотрим сварочные соединения. Они у нас заводские. Здесь нормально. Давайте теперь проверим днище. Так, а вот здесь мы видим уже то, что и было заявлено аукционом. Вот мы видим, что сварочные соединения здесь у нас... герметик здесь у нас уже был. Тут доходит не до конца. Мы видим, что металл уже был здесь поврежден. Прошли работы. Герметик уже не на месте. Пожалуйста. Все сходится с аукционным листом, кроме двери. Двери все-таки были не крашены. По крайней мере, наш толщиномер их не пробил. Все теперь видно. Красили все, замяли. Кстати, багажник такой небольшой у него. Дверь с размахом таким неудобным. Но эта машина не для удобства, понятное дело. Здесь вот не болтается, кстати, вот эта вставочка. Ручки удобные. Трехступенчатый подогрев сидения имеется. Мы видим, что автомобиль заднеприводный. Неплохой подлокотник, красная кожа, кожа приятная. За автомобилем, видать, пытались ухаживать. ISOFIX даже здесь имеется у нас для семейных. Здесь вот даже пошел пластик твердый, давайте присядем. Конечно же, места в автомобиле не очень много. Но, в принципе, тогда места для колен немало, нормально здесь вот. Красные, кстати, ремни, что мне очень лично нравится. Здесь колонки, здесь колонки, здесь колонка, да. Лексикон, кстати, звук у нас премиальный. Здесь вот для бутылочки место. Регулировка пассажирского кресла для пассажиров заднего ряда. Отлично. Ну, навряд ли сюда еще один посередине человек вместится, потому что даже с моим ростом, метр 70, здесь вот колено. Из-за того, что задний привод у автомобиля, то навряд ли. Так, ну зато удобно дотягиваться вот до порта, USB-порта. Имеется также здесь обдувы у нас. В принципе, сзади место для меня нормально. А вот для человека ростом повыше, наверное, будет уже не очень. Черный потолок у нас. Рома у нас 1,80 м ростом. Главное, над головой сколько мест? Ну, 5 сантиметров еще есть, наверное. Короче, нету ничего. Ноги? Ноги прям свободно не болтаются. Нормально. При том, что автомобиль такой... компактный изнутри, да? Места для ног хватает. У нас бесключевой доступ. Кстати, давайте здесь сразу болтики посмотрим. Нет, нет замен здесь. Интересно. Или я ошибаюсь? Нет, я не ошибаюсь. Все правильно. У него были водительские двери покрашены, но покрасок мы не обнаружили. Так, ну давайте теперь разберемся, что по салону у нас здесь. Здесь тоже вставочки Stinger. Очень красивые вставки. Ручка приятно открывается. Память сидений сейчас находится. Здесь у нас такой полумягкий пластик. Ручка. Кстати, вот сюда можно телефон ложить. Я люблю, когда вот эта вот ручка не провалит без дырки. Ну, в общем, здесь все понятно. Зеркала. Ручка так добротно сделана. Значит, у нас здесь контроль полосы, мониторинг слепых зон. Вот мы видим, в зеркалах тоже отражается. Кожаный руль с лепестками. D-образный. GT здесь у нас шильдик. У нас имеется здесь круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль. Небольшой экранчик и аналоговая приборная панель. 45 тысяч километров пробег. Опять-таки, это все реальные пробеги, не скрученные, так как мы сегодня находимся на аукционе официальном. Смотрим, что у нас здесь. 3, значит, дефлектора посередине на торпеде, по бокам еще 2. То есть у автомобиля 5 дефлекторов. Единственное, что сейчас я сижу и головой задеваюсь за потолок. Здесь у нас клюк. Чуть-чуть нужно опуститься. Вот я сейчас опустился. Да, посадка низкая очень, естественно. Автомобиль сам типа спорт. И обзорность, как у всех Kia, хромает, если честно. Ничего отсюда не видно. За счет того, что еще, смотрите, как сделаны зеркала боковые. То есть оно еще больше, чем на самом деле должно было быть, мне кажется. И вот здесь уже не видно. Можно спокойно какой-нибудь бордюр наехать и не заметить. Так, рейка нормально у нас здесь. Старт-стоп находится под рулем. Как обычно, неглубокий здесь у нас бардачок. Трехконтурные подогревы. Вот причем вот в таком исполнении работают. Вниз даешь это обдув, и вверх даешь. Значит, это у нас получится подогревы трехступенчатые. И подогрев рулевого колеса. Drive mode находится здесь. Меняется только здесь, вот на экране. Smart Eco. Так, и я чувствую, как меня расслабляет и сжимает боковые подушки, когда ставишь спорт, они сжимаются. Причем подушки такие массивные. Посмотрите, какие они огромные. Чип здесь вытащили. Ну, а здесь, в принципе, аналог. Все, что как и должно быть, я считаю,
у якобы спорт-автомобиля, спорткара. Здесь у нас, кстати, также имеется проекция на лобовое стекло. Да, можно было бы, конечно, с удовольствием прокатиться на этом автомобиле. У нас имеются динамические разметки еще и камера 360. Посадка очень удобная, действительно, как в рейс-каре. Но я теперь стал обращать внимание на сами сидушки. И здесь они тоже довольно короткие. То есть моим ростом у меня нога вот полусвисает. Хотелось бы, чтобы она, конечно... Даже на Kia K5, друзья, эта подушка, она выше, длиннее. То есть, может быть, она выдвигается. Да, она выдвигается, прошу прощения. Вот, теперь другое дело. Она выдвигается. Здесь у нас 8 направлений, так понимаю. Вот теперь другое дело. Она выдвинулась и теперь стала удобнее под коленку. А есть ли такая функция у пассажирского кресла? Нет, такого нету пассажира. Здесь, смотрите, у нас такая вот какая... Это не подсветка идет, это такая вот блестящая вставочка. Кстати, а что у нас с подсветкой? Здесь у нас нет подсветки нигде, только вставки. Причем я не пойму, это сам кто-то поставил или это заводские? Потому что вот здесь вот состыковка какая-то кривая. Ощущение, что это кто-то сам просто вставил. Но я так думаю, что это все-таки заводские, потому что я раньше не обращал на это внимания. Сегодня мы с вами, так сказать, поподробнее разобрали эту машинку. Это у нас 20-й год уже. Так, давайте дадим назад. Ставим автомобиль на место. Кстати, по-моему, очень тяжелый автомобиль. Что-то так он. А ну-ка пробуем. Ну так, конечно, не разобрать. Хотелось бы, конечно, прокатиться по трассе на нем. Посмотреть, как удержит трассу. А так тяжело что-то сказать. Паркинг. Здесь у нас, кстати, беспроводная зарядка. По-моему, неплохая шумоизоляция. Но опять-таки надо проехать по трассе, чтобы понять. Да, здесь двойное стекло, друзья, стоит. А давайте посмотрим. Сзади у нас двойное стекло или не двойное? Сзади одинарное стекло. Смотрим подкапотное пространство. Глушим автомобиль. Судя по аукционному листу, у нас под капотом должно быть все четко. Смотрим. Итак, первым делом проверим болты. Да, действительно была замена. Вы видите, что болты раскрученные у нас, раскручивались. Оттого и он еще и дополнительно покрашен получается, что ли. Здесь же у нас болты не раскручивались. Все в оригинале. Герметик, как видите, везде заводской. Болтики здесь тоже не тронуты. Лонжероны мы видим тоже с заводским герметиком, как и должно быть. Плохо видно лонжероны здесь. Ну вот отсюда видно, то там ничего не подбивали, не красили. Герметик тоже заводской. Так, крышку я не буду поднимать, щуп тоже не буду трогать, так как это не обязательно. Вот болты мы видим тоже раскручивались. Вот такой вот Kia Stinger, друзья. Хотите, если заказать такой автомобиль, пишите нам в телеграм-канал. Друзья, ну и для баланса, так сказать, возьмем один из самых дешевых автомобилей в Южной Корее. У нас нет Соляриса по-русски или нет акцентов. У нас все начинается с Элантры по-вашему или по-нашему это называется автомобиль Hyundai Avante. И вот хочу показать вам состояние этого автомобиля и в каком состоянии можно его приобрести. Смотрим. В принципе, по передней части автомобиля нареканий не имеется. Здесь, похоже, у нас была замена, по-моему. Сейчас рассмотрим. Вижу разницу. По капоту нареканий не имеется. В отличном состоянии бампер, в принципе. Это слишком все в отличном состоянии. Ощущение, что здесь были замены. Сейчас посмотрим по аукционному листу. Кстати, я его еще не видел. Резина здесь в плохом состоянии. Можно уже менять. Диски у нас 15. 195/65/15. Давайте посмотрим на аукцион. Здесь тоже, кажется, замена, что ли. Давайте смотрим на аукционный лист. Да, конечно, все, посмотрите, точно правильно я сказал. Все замены были. Видно, что элементы новые, не использованы. Автомобиль уже старенький. Соответственно, сразу мы понимаем, что замены были. 154 тысячи километров пробег, 16-й год. Бензин 1.6 у него. Стайл комплектация, Аванта 1.6. И вот замены по всей части. И крышка... Капота менялась и два крыла. Тут еще с лонжерон сейчас проверим. Ну, в общем, автомобиль побывал в бою. Здесь также у него покрас дверей, замена двери, порог, покрас. И вот по задней части мы видим. Ну, в общем, 6 миллионов 100 тысяч вон стартовая цена этого автомобиля. За сколько продастся, попытаемся выяснить сегодня и узнать. Ну, что тут смотреть? В принципе, все понятно, я думаю. Посмотрим по салону. В каком состоянии будет салон. Дополнительно установили вот такие вот кнопочки сюда. Это корейские кнопочки для подогрева сидений. Интенсивность двойная причем. Ключ у нас здесь, мы слышим, как звенит ключ. Значит, нет смарт-ключа, конечно же, в этой комплектации. По салону, в принципе, нареканий нет. В неплохом состоянии для такого пробега 150 чем-то тысяч километров. Смотрите, здесь пятна небольшие по потолку. Не критично. В принципе...
задняя часть автомобиля. Здесь, кажется, здесь как будто тоже что-то. Так, что у нас здесь? Здесь все целое. Болтики раскручивались здесь тоже. И здесь раскручивались. Так, здесь у нас что у нас порезано? Автомобиль был порезан, видать. Дно целое. Герметик здесь тоже целый. Лонжероны. Здесь все нормально. Ну и подкапотное пространство. У Аванты нет газовых упоров никогда, поэтому... Итак, что у нас здесь? Замена. Сразу видим, что болты раскручивались. Замена, болты раскручивались. Впрочем, здесь не тяжело было догадаться. По новому блоку вот фар. Замены. Здесь у нас немножечко мастерили. В общем-то, ну вот лонжерон здесь целый, в принципе. Или что? В любом случае... Такой автомобиль мы бы не рассматривали на покупку, конечно же. Но вы видите, ну кого-то и такой автомобиль может заинтересовать. Так, поехали дальше. Ну и, конечно же, на России очень часто спрашивают за карнивалы, про карнивалы. А, кстати, вот еще один Аванты. У нас 65 миллионов 600 тысяч, вон стартовая цена. 117 тысяч километров пробег, бензин 1,6. Конечно, не в идеальном тоже состоянии. Так, вернемся к карнивалу, напишем цену. За сколько он продался, надеюсь, тоже к тому времени, как будем монтировать, уже выйдет цена. Ну, неплохо по передней части автомобиля. По кузову смотрим. Вот еще один, кстати, карнивал. Этот уже лимузин. По кузову все целое. В неплохом состоянии. У нас здесь автодверь. Светлый салон. Смотрим по салону. Ну, вот заля потолок немножко. В принципе, так нормально. Небрежно немножко. Ну, автомобиль семейный или рабочий? Этот, скорее всего, рабочий, похож на рабочий. Поэтому думаю, что у него всегда будут какие-то такие моменты по салону. Давайте посмотрим подкапотное пространство. Так, у нас 81 тысяча километров пробег. Видеорегистратор, подогрев рулевого колеса и, внимание, трехступенчатая вентиляция только у водителя. Только у водителя. Ну и подогрева у пассажира и водителя, в принципе. Так, что у нас по состоянию? Замен нет, лонжероны целые, тут тоже без замен обошлось, все болты целые, лонжероны целые, так, ну примерно, ну в неплохом состоянии, в общем мы посмотрим сколько он стоит. А вот еще один, головная оптика целая, резина стерта, диски у нас 18-е, диски целые, здесь нет автодвери, кстати, здесь придется рукой открывать, потолок у нас здесь в нормальном состоянии, кресла все в хорошем состоянии, по состоянию он чуть-чуть получше. В неплохом состоянии, тоже напишем, по кузову имею в виду, тоже напишем вам, сколько он будет стоить в итоге попозже. Так, здесь у нас тоже вентиляция только у водителя, подогревы трехступенчатые у водителя и пассажира, а также подогрев рулевого колеса. Ну, я знаю, что, по крайней мере, 2 или 3 подписчика точно будут рады видеть этот автомобиль у нас на канале. Kia Seltos, очень часто про него спрашивают, есть ли он на аукционах. Да, как видите, он есть на аукционах. Что за цвет такой? Бордовый, коричневый какой-то, переливается, непонятный. Ну, такого цвета я еще не видел, наверное, только для Seltos делали. Новая резина у него, хорошие диски симпатичные. Это у нас, наверное, 18. 18. 235-45 на 18. Здесь так переливается интересно, гладко. И потом вот в такие вот ромбики. Ну, у Kia что-то с ромбиками в последнее время. Повсюду ромбики. Двухэтажная получается у нас головная оптика. Снизу противотуманки, дальний, ближний и ходовые огни. Ледовские причем. Целый бампер. По кузову нареканий не имеется. Вообще сразу вижу, что автомобиль небольшой пробег у него. Я думаю, бесключевой доступ. Сейчас посмотрим по салону еще. Давайте заднюю часть автомобиля проверим. Да, чистая новая резина. По кузову все целое у нас. Смотри, нигде не задели, ничего. Мелкие камешки где-то понацеплял. Где-то ездил по камешкам мелким. Тоже диски здесь как новые. У него, наверное, 1020 километров пробег. Жесткий-жесткий пластик. В непонятном каком-то исполнении. Как будто помяли жестянку. Колонки сделали. Двухконтурный подогрев сидений имеется. Здесь у нас интересное решение. Пластиковые вставки. Тоже короткие сиденья, кстати. ISOFIX имеется. Подлокотник. Багажник, давайте отсюда посмотрим, потому что там машина стоит, не откроешь. Небольшой багажник. У нас здесь люк в этой комплектации. Здесь у нас мягко. Ниша для телефона. 2 дефлектора. USB-порт. У нас 19-й год. Электрорегулировка водительского кресла. Здесь тоже уже сделали по-новому, чтобы не ломалась кожа, не трескалась. Что у нас здесь? Подогревы и
обдувы водительского пассажирского кресел, удержание полосы, круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль. Посадка довольно высокая. Посадка как у кроссовера полноценного. Давайте заведем, посмотрим, что. Обзорность, как всегда, у Kia. Так себе. Так, а давайте теперь посмотрим, что у нас здесь. 11 тысяч километров пробег. Конечно, сразу видно, что автомобиль новый. Итак, 22 миллиона 600 тысяч вон стартовая цена. Бензин. 19-й год, 11 тысяч пробег. И, как видите, машинка, за исключением каких-то там мелочей, новенькая. Это чувствуется сразу. Ну, я думаю, что с рейкой здесь проблем не должно быть. Маленький подлокотник. Телефон сейчас уже подключается. Язык у нас легко меняется. Заходите в сетап. Идете вот в такое вот колесо, находите или бан. И вот здесь language. Я поставлю вам английский. Язык поменяли. Давайте включим немножко кондиционер, что стало жарко. Ох, какой он шумный. Прям такой шумноват. Ну, давайте посмотрим. Конечно, немножко тупит экран. Аналоговый дисплей у нас на центральной консоли. Сейчас, говорит, включен ассистент удержания в полосе. Ну, такой автомобиль, знаете, очень простой автомобиль. Здесь, посмотрите, это, наверное, держаться, если вдруг кто-то решил погонять. Здесь причем нет с этой стороны, только с этой. Здесь у нас еще ниша для телефона, причем здесь не резинки, ничего, телефон там будет туда-сюда болтаться, кататься. Здесь вот нет, это тоже не резинка, это все обманка. Два USB порта, маленький такой лючок, но есть. Видеорегистратор продается с автомобилем. Ну, давай посмотрим подкапотное пространство этой машинки. Здесь у нас drive и traction имеется. Эко, спорт и traction, snow, mud, sand. Ну, в общем, стандарт. Посмотрим размер бардачка. Маленький, конечно, маленький. Очень близко к пассажиру ты находишься, получается. Что говорит о классе автомобиля. А в подкапотном пространстве у нас Turbo GDI. Все целое. Даже, смотрите, контрольные мазки все на месте. Болты все не раскрученные. Лонжероны целые. Ну, здесь, в общем-то, он новенький. Все здесь в нормальном состоянии. А это у нас 1.6 бензин, Noblesse комплектация. Вот такой вот Seltos, друзья. Если хотите заказать Seltos, оставьте заявки в нашем телеграм-канале. Ходовые огни у него симпатичные, кстати, горят. Ну все, такой вот Seltos. Друзья, и вот решили вам показать автомобили, которые мы редко показываем на нашем канале, но тем не менее, просто показать вам. Это у нас в Корее называется Samsung, у вас это Renault. Не знаю, как у вас он называется. У нас QM6, если я не ошибаюсь. Давайте сразу посмотрим аукционный лист. Да, QM6, двухлитровый. 10 миллионов 600 тысяч вон стартовая цена. Автомобиль полностью целый, кстати. Ну, за исключением замены там. Ну, 156 тысяч километров пробег. Такая цена, в принципе, по-моему, очень даже неплохо. Ну, да, Samsung, конечно, это Renault. Это сразу понятно, что что-то неординарное должны были сюда. Ого, как он тебя встречает. Что вот это? Что для бутылочки, для бутылочки? В общем, я не понял, что это вообще. Пусть так и останется. Кнопка пластмассовая, старт-стоп. Да, ну, в общем, ладно. Здесь уже на любителя, так сказать. Вставочки целые, целые вроде. Ну, давай заведем ради интереса. Так, что-то тут запикало у нас, запиликало. Коробка здесь уже дает о себе, знаете, штука. Подогревы сидений двухступенчатые. Что вот это? Что это? Звук? Как он нажимается? А, вот так. Ничего себе. Это звук, аж туда засунули. Здесь кнопочки, здесь какие-то RO, Renault типа. Много места над головой. Просторный салон. Просто необычные кнопки. Не подумайте, что я там что-то пытаюсь тут. Для меня это необычно. Все сделано как маленький бардачок. Так, ну пойдем дальше. Состояние по кузову. Все целое. И вот еще одна машинка, которую хочу показать. Rexton очень часто спрашивает. Есть новый, выходит уже Rexton Hunt Sport. Бесключевой доступ. Ступенечка огроменный. Ох, здесь как на Prado все-таки не мешало бы поставить ручку. Все-таки для такого высокого автомобиля. Чистенький автомобиль, там где-то под крас, говорят, может быть, возможно, нужен. 19-й год, дизельный 2.2, полноприводный. Majesty Special, королевский какой-то прям. Ну вот, автомобиль чем-то напоминает, знаете, по посадке, вот этому всему почти Prado, что ли. Здесь не могу комментировать, я не знаю, что вот это такое, для чего вот это вообще. Сюда можно что-то ложить, телефон, вот что он будет так, как... Ну, знающие люди, может, подскажут, для чего вот эти вот вставки. Я не могу сейчас сразу сообразить. У нас здесь имеется регулировка сидения еще, но причем, знаете, когда ее нажимаешь, она вот, смотрите, как продавливается, так не как у корейцев, хотя это вроде тоже был раньше корейцы, но решение так себе. Hyundai Kia делают намного лучше.
типа дерева. Все такое мощное у машинки. Смотри-ка, а вот здесь вот вставку сделали, да? Hyundai делает, чтобы здесь не биться, мягкой кожей обивает на Genesis. Здесь решение сделать такое вот, жесткое. То есть, если биться, то пусть будет больнее. Нет, чтобы оставить вот мягкую, да, часть. Ну вот, как-то... А ну, давай заведем. Дизель. Подогревы и обдувы сидений с обеих сторон. Ну, вроде более, нежели чем Renault, более такой интуитивно понятный автомобиль. Огроменный подлокотник сзади. ISOFIX'ы. Ну, место, конечно, про место здесь комментарии излишни. Огроменный автомобиль, удобный и с хорошей проходимостью, клиренсом, мониторинг слепых зон и все, в принципе, ассистенты. Подогрев руля на руле, как мне нравится, когда подогрев руля на руле. Ну, сзади, я думаю, тоже место. Да, ну, здесь комментировать, конечно, не комментировать. Ух, багажник какой огроменный. Это, наверное, самый большой багажник в серии корейских автомобилей, которые я когда-либо встречал. Просто огроменный, но очень высокий. Хорошая машина, целый сарай, а не машина. Больше, наверное, какой-то Prado. Я уже не помню по размерам, какой Prado, но, наверное, примерно вот Prado, да, он по размерам. Так, ну все, друзья, на сегодня, как обычно, с вами была команда Dalex International, Dalex Auto и TV. Показали вам все, какие машинки вышли, цены покажем. Все, спасибо за то, что смотрите. Подписывайтесь, те, кто не подписался на канал. Мы поехали дальше работать. Наш день только начинается. Пока из Кореи.